Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя. Если вы здесь впервые, пожалуйста, не забудьте подписаться. Оцените это видео непременно. И, конечно же, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои загрузки. Я загружаю очень часто. От 3 до 7 раз в неделю. Итак, друзья, сегодня мы разбираем очередную палеточку от ColourPop. И это будет палеточка под названием It's My Pleasure. Ее вы можете приобрести сейчас у них на сайте. Это палетка в фиолетово-розовых тонах. И она стоит обычно 14 американских долларов. Они, насколько я понимаю, посылают по всему миру, поэтому вы ее можете приобрести, но я вам не советую покупать ее за полную цену, так как ColourPop часто устраивает распродажи, и, по крайней мере, на 30% скидке я ее вижу очень и очень часто. Вот так вот выглядит упаковка, она пластиковая, и в этой палетке 9 теней, на обороте написаны их названия. Сейчас я вам ее покажу. Потрясающе красивая палетка, смотрите. Вот она какая красавица. И еще такой момент. Я эту палетку ни разу не пробовала. То есть она абсолютно новенькая, не тронутая. И мы сегодня будем не только делать, получается, обзор, но и первое впечатление точно так же. Даже вот, например, здесь есть зеркало. И смотрите, у меня пленка даже еще не снята. Я знаю, что многие любят ASMR и... звуки всякие в микрофон. Короче, вот. Такая палетка очень и очень красивая. Мне кажется, она такая в каких-то... ой, прошу прощения. Весенних даже немножко тонах, но смотрите, здесь есть прям такие глубокие темные оттенки точно так же, да, поэтому на вечер она тоже подойдет. Эти видео у нас созданы для того, чтобы быть коротенькими, поэтому сейчас я сделаю вам сводчики, покажу, и потом придумаю какой-нибудь образ на глаза, и будем делать окончательные бесповоротные выводы. Ждите. Так, друзья, сводчики готовы. Сейчас я вам их покажу. Они уместились все на одной руке. И вот таким образом, потрясающе совершенно, вы знаете, как я люблю ColourPop, как я люблю их формулу, их тени и их цены, конечно же. Вот, замечательно, все сводчится прекрасно, и матовые, и шиммерные оттенки, здесь такие как бы есть, ну да, здесь в основном шиммерные, немножечко даже с глиттером оттенки присутствуют, вот, так что вот такая вот красота. Сейчас тогда сообразим, что-нибудь придумаем на глаза и посмотрим, понравится ли она нам в действии, потому что сводчики это одно, а на глазах иногда это совсем по-другому уже история идет, поэтому давайте пробовать и смотреть непосредственно на практике. Друзья, вот что в итоге получилось.
Хорошая палетка, друзья, как всегда у Colourpop. Мне очень нравится их качество, мне нравятся их цветовые истории. Это вообще просто потрясающе. Поэтому я вам реально советую попробовать их формулу. Вот, я уже один раз разыгрывала палетку от Colourpop в одном из наших конкурсов. И, может быть, я не знаю, может быть, еще разыграем потом, посмотрим. Короче говоря, друзья, я реально Colourpop люблю, и у меня еще из этой серии есть одна палетка, которую мы обязательно тоже точно так же разберем. Вот, а пока, друзья, подписывайтесь, потому что я прохожу через свою коллекцию палеток, у меня большая коллекция, мы с вами вместе делаем сводчики, впечатления, да, и решаем, избавиться мне от чего-то или оставлять в своей коллекции, поэтому пишите, комментируйте. И оставайтесь в нашей замечательной компании. А если вы еще не подписались, присоединяйтесь тогда, да? Вот, чтобы не пропускать мои загрузки. А пока мы будем прощаться. И увидимся, я надеюсь, в ближайшем будущем, очень-очень скоро. В последнее время я вам уже говорила, что не так много времени снимать остается, но я стараюсь, по крайней мере, 3 видео выпускать в неделю, поэтому вот. Итак, всего хорошего, пока-пока.